Небольшое видео о том, что работать можно чем угодно. Вот. Образец у нас, в принципе, поверхность ровная. Сними, пожалуйста, отсюда, чтобы было видно. Не, со стороны. Вот здесь хорошо видно со стороны. Хорошо. Угу. Вот маленькая вмятинка. У нас берем подвесик. Обязательно нужны фирменные крючки. Берем вот такой крючок от швабры. Это не крючок. Главное, чтобы была просто опора. Делать можно все угодно и чем угодно. Главное видеть дефект и понимать то, что ты делаешь. А чем ты делаешь, кочергой или фирменным крючком? Это как бы момент уже десятый. Сними, чем я делаю. Это скажут, что крючком я делаю. Внутри у нас там спрятан крючок. Вот. И мы тут обманываем публику. Вот. Вопрос не в том, чем. Можно любым дреном это все делать, лишь бы было желание и понимание. Поэтому это ответ на вопрос, с чего начать. Начинать можно с чего угодно. Вот, лишь бы было желание и старание. Это я уже практически не видно. Не, ну я-то вижу. Видно. Я в камеру уже почти не могу поймать. Ну, лови. Опять же, капот нивовский, упертый, но вопрос о том, что вот сними. Да я уже ни хрена не вижу ее отсюда. Ну, не будем выделываться, так сказать. Да идеала, вопрос не в этом. А теперь я не вижу, что я делаю. Вот сейчас я сниму, что получилось. Ну, вот здесь вот была вмятина. Видно тебе? Ну, отблески, да, еще есть. То есть есть бугорки небольшие, вмятинки еще видно. Ну, принцип работы везде один. Что крючком, что не крючком, что вот таким дреном. Им же можно взять и позабивать. То есть вот он тоже, это инструмент, которым можно делать вмятины. Главное, чтобы у вас было желание и старание. А потом, конечно, можно накупить, наделать крючков. Но даже вот таким дреном можно делать те же самые вмятины. И довольно-таки успешно и неплохо. В принципе, ну, вмятина сделана, ну, я вот смотрю по лампочке, ну, процентов на 80. Вот такой вот инструмент, который будет стоить вам копейки, а возможно он у вас есть уже. Всем удачи, пока-пока.